У нас одна пчела находится в таком ужасном состоянии. Пчел практически нету. Вот осталась вот эта кучка пчел и вот эта кучка пчел. В целом улике только вот эти пчелы остались. Здесь матка тоже имеется. Матка еще жива. Сейчас я вам его постараюсь показать. А вот наша матка на стенке ходит. Вот она. Сейчас мы постараемся его спасти. Вот идет к своим пчелам. Это одна рамка, это вторая рамка. Две рамки поближе ставим. Потом здесь у нас имеется боковая дощечка, пристеночная. Его убираем, ставим вот сюда ближе. Две рамки для него достаточно. Вот. Вот это гнездо у нас для этой пчелы. Эти уже испорченный расплод. Там мы вытащим сейчас. Мед оставим. Этот мед тоже оставим. Одно гнездо у нас готово. Мы его сейчас закроем вот так. Все. Сейчас смотрим. Вот здесь имеется отверстие, где могут пчелы проходить. Вот это отверстие нам надо закрыть, прежде чем мы принесем другие пчелы сюда. Все отверстия, где могут проходить пчелы, эти отверстия мы вот так герметично закрываем. А здесь остается у нас небольшой проход для запаха, чтобы у них запах объединился. Здесь под дощечками тоже проход, чтобы не было прохода для пчел. Мы ставим вот так тряпку и сверху закрываем его. Запах все равно будет проходить. Отсюда точно будет проходить. А пчелы не смогут. Это мы делаем для дальнейшего объединения пчел. Сейчас мы с другого, с хорошего улика перенесем сюда пару рамок. Это наш улик, который находится в хорошем состоянии. Количество пчел здесь достаточно. 10 рамок. Я сейчас несколько рамок с пчелами перенесу туда. Но главное, чтобы без матки. Сейчас мне надо найти здесь матку и изолировать его. Ну, не изолировать, просто убрать матку, чтобы я туда не перенес. Вот здесь тоже находим матку. Вот она у нас убегает от нас. Вот матка наша в этом улике. Все, матку мы отделяем от остальных рамок, чтобы не переносить его в тот улик. Отсюда забираем вместе с пчелами рамку. Переносим сюда в улик. После этого собираем это гнездо и переходим к другому. Вот сюда мы перенесли 3 рамки с пчелами.
домашние рамки с пчелами. Мы сейчас их будем опрыскивать слабым раствором сиропа, чтобы они привыкли к этому улику. Пока не будет чистить, может у них запах один и тот же будет. Одной рукой опрыскивать и снимать не получается, поэтому я вам сейчас после опрыскивания покажу. Я их хорошенько опрыскал, намочил. Пока они будут себя чистить, может запах, к этому запаху они привыкнут. Сейчас поставим сюда еще рамку. Эту рамку я хочу поставить из-за того, что здесь расплод имеется от старого. Но он может мертвый, может нет. На всякий случай поставлю. А так здесь получается лишние рамки. Ничего. Все. После этого сейчас надо утеплить эту сторону подушкой. Это у нас временное явление. Потом мы подушку отсюда уберем. Нормально будем утеплять. Вот. И надо будет сейчас закрыть сверху. Вот, полностью закрыли улик. Сейчас, ну, примерно от 2 до 4 дней надо его оставить. После этого откроем и постараемся его объединить. Вот здесь сейчас у нас 1 ноября. 30-го мы его отделили на 2 части, решили усилить. Сейчас вот наша матка. Я клетку тоже приготовил. Там мед у нас внутри. И чтобы пчелы открыли, еще заклеил вот так вощиной. Сейчас я матку изолирую в эту клетку и отдельно поставлю. Клетки лучше туда поставлю, чтобы те пчелы, которые здесь находятся, они его не уничтожили. Вот. Матку изолировали. Лишнюю убираем, тряпки. Мед тоже сюда ставим. С этими пчелами сюда ставим. И нашу матку опускаем сюда, между рамками. Туда, где находятся пчелы, желательно. Вот так она умрет. От холода, от голода. Ну, на пару дней там корм есть у меня. Вот здесь много пчел. Давайте я его сюда опущу. А потом завтра мы проверим, освободили они его или нет. Все, вот, поставили матку. Эти дощечки пока полностью закрыть не получится у нас. Ну, формировать завтра формируем. Дощечки на свои места поставим. Сейчас надо утеплить эту сторону тоже. Все, закрываем.
все. Короче, матку объединили. Сейчас надо ждать момента. Ну, надо ждать завтрашнего дня и проверить, как они его приняли. Матку приняли нормально или нет. Да, следующий день у нас получается. Мы открываем. Сейчас посмотрим, проверим на выход матки. Они освободили или нет? Вроде еще не освободили. На всякий случай я отпущу его. Потом вечером еще проверю, как они его приняли. Вот наша матка. Вот наша матка ходит здесь. Вроде вполне адекватно они с ним разговаривают, общаются. Это значит, что она пчела матку приняла. На всякий случай можно вечером еще проверить, в каком состоянии он находится. Но здесь уже, видите, кормит матку. Кормят они матку. Значит, приняли хорошо. Эксперимент удался. Главное, мы матку защитили, а остальные пчелы этой матки, которые умерли все. Поддержите канал лайком и просмотрами.